Всем привет, на моем канале Несбайкер, и сейчас я буду проходить игру Hitman 2016 года. Вот, компания. Так, одну миссию я уже прошел и выложил из тренировки под наблюдением. Точнее, свободная тренировка. А сейчас буду проходить последнее испытание. Окончательная миссия из разряда тренировочных, ну как бы учебных. Вот. Так, убить нужно Джаспер Найт. Этот чувак советский шахматист. Точнее, американский шахматист, который якобы шпион. Вот, ведет двойную жизнь. Так. Играть. Раз. The final test is based on an authentic... Так, что, погнали? Попробуем по спидранчику, пацаны. Прыжок. Пробежка. Алгоритм простой. Прыжок. Пробежка. В окошко. Так, переодеваемся. Направо по лестнице. Вообще тут возможность есть как убивать. И вот кто уже играл, в принципе, знает игру. Возможность такая. Через автомеханику. Но я не полностью реализую, потому что это долго. Get down. You did it. Now head towards an exit. Headshot. Один на вот. Миссия легкая, потому что тут всего одну цель нужно убить. Вот, допустим, миссии, где нужно было несколько целей. Вот там, я понимаю, надо помучиться. А это так. Эти чамбасы. Не изи ли? Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Миссия пройден, спидранчик сказал. Вспоминать тактику, если кто не хочет париться на этой миссии. Вот. Собственно, прохождение нормально. Но последующее прохождение Хитмана я планирую сделать более-менее такие с объяснениями. Вот, просто тренировка особо не очень интересна, а вот уже, допустим, миссия гость программы, которую я выложу позднее, я думаю, там будет поинтереснее. Вот. Ну так, а на этом все, я думаю. До следующей серии.